Знаменитый рок-музыкант Константин Кинчев из группы «Алиса» рассказал о своем отношении к политике Путина. Музыкант отметил, что его мнение относительно Путина менялось очень часто. Кинчев считает, что изначально Путин показал себя сильным лидером. Его уважали, с ним связывали многие надежды, но со временем взгляды и ценности у людей полностью поменялись. Музыкант отметил, что не согласен со многими законопроектами партии «Единая Россия», и у него на это есть свои причины. Путин изначально проявил себя грамотным стратегом. В начале 2000-х президент сам рассказал о своей долгосрочной программе развития страны. Прошло 8 лет, и многие указы президента вроде и были выполнены на практике. Страна уже начала чувствовать перемены в социальной жизни. Улучшился бизнес-климат в стране. Но со временем, уже ближе к 2012 году, стало понятно, что правительство не справляется с поставленными задачами, а порой и вообще не может их реализовать на практике. Несмотря на высокие цены на электроносители, правительство все равно не смогло обеспечить существенный экономический рост в стране. Если вспомнить времена Ельцина, то тогда вообще никто не думал зарабатывать от продажи нефти. В то время страна делилась на части. Каждый предприниматель стремился завладеть своей долей. Кинчев считает, что после 2009 года народ полностью разочаровался в правительстве страны. Страна вошла в фазу стагнации. Элита страны никак не была заинтересована в развитии России. Музыкант отметил, что перемены в стране, безусловно, наступили бы, но только в том случае, если Путин продолжил свою активную политику. В принципе, такие предпосылки уже были раньше, но почему-то все осталось на прежнем уровне. Ведь никто не знал, что уже через 20 лет народ полностью потеряет доверие. Граждане рассчитывали, что прогресс будет по-любому. К сожалению, мечты не оправдались. В любом случае, теперь чиновники абсолютно не хотят считаться с мнением народа.